Скажите, пожалуйста, что послужило толчком для столь выдающегося произведения искусства? У него опять жгут слетел. Засрали все, авангардист. Сняли голову, и совершенно другое решение. Казалось бы, простая вещь. А что с ним может сделать нормальный? Ну вот, посмотри, как тебе нравится эта маленькая штучка? По-моему, ничего. Что подвигло вас на создание этого произведения искусства? Что дало начало? Куда же вы убегаете? Вы тоже художник? Я пишу мини-романы для комиксов. Какое дурацкое занятие. Куда же вы убегаете? Мой друг очень любит скульптуру. А про что ваш комикс? Моя история про то, когда уже не было так плохо, как раньше. И не за горами было так хорошо, как вчера. Время синтезированных наркотиков, полицейской демократии. И композитной радости систем караоке. Как-то все сложно, вы не думаете? Думаю, что проделанный порой сложный путь научил нас предвидеть то, что можно предвидеть, и всегда быть готовыми к тому, чего нельзя избежать. Старый Новый год. Надеюсь, на этот раз мы хорошо подготовились. Чемоданы к осмотру. Это система вьюга, мастер. Черт у систему. Разверните карты. Клер увлекает двух дезертиров, похитивших очень важные ББ-компоненты, двигалась на северо-восток. О каком из путей вы говорили, мастер? Я тоже теряюсь в догадках, мастер. Мы прошли большой путь. От эмбрионов
довольно сложных метаболических гомеостатов. Цветы. А где Клер? Уехала Клер. Цветы? Мастер и братья Кахонес переживали. Потому как за ней повезло. Несомненно, было в огонь. Старый Новый год. Елки застыли в ожидании краснорожих лесовичков, лесорубов. Дети с нетерпением ждут игрушек. А дурдомы, зоны и военкоматы ждут, пока вырастут дети. Bonsoir, mesdames et messieurs. Наша планета со своими спутниками, солнцами, лунами, марсами. И всякой прочей байдой, развешанной на ветви галактической елки, летит к хуям в темном, бесконечном мусоропроводе. Это система Вьюга. Тебе зябко? Да. Кольцо блага. Кольцо блага. Неумолимо сужалось. Все отчетливее проявились. Погрешности плана ББС. Что это? ББС. ББС — это выпуклый образ в дымке тотального праздника. Thank you.
простодушному стремлению ко всему съестному. Праус это лит кахонес. Съел путеводную мандаринодольку. Экспедиция захлебнулась. Заблудилась. Что? 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 Мы заблудились. Внимание! Вы окружены. Сопротивление бесполезно. Все ритм и бег. Бесцельное стремление. Но страшен миг, когда стремления нет. Что ты опять с головы рисуешь? Смотри, объем бери, форму. Дорогая, пойдем. По-моему, я нашел то, что я искал. Смотри. Мне нужно поговорить с Клэр. Мой друг очень ревнивый. Наверняка где-то здесь. Шарится. Ты что, дурак? Ищет меня и ревнует. В ревнивой ярости он превращается в тигра. А почему не во льва, например? Во льва он не умеет. Где Клэр? Алло. Доложите ваши координаты. Откуда я знал, какие координаты? Я не вижу низги. Не знаю, какие цифры. Я не знаю. О, ну не вино, не пинайте меня. Ситуация осложняется. У нас есть что-нибудь успокаивающее? Дистри. Осколочно-фугасный, 76 миллиметров. Огонь!
нельзя совсем исключить элемент познавательности, исторической конкретности в изобразительном искусстве. И как бы это объяснить? Зритель по многим историческим иллюстрациям прекрасно знаком с бытом, обстановкой различных эпох. И скорее в произведениях искусства ищет не подлинные исторические детали, а наоборот, то, что роднит эту среду с его нынешним восприятием. Казалось бы, простая вещь, но по форме она ассоциируется с доэстетическим восприятием этого мира. Так, а этот подозрительный что здесь делает? Ты меня уже достал со своей скульптурой. Поехали домой. Поехали. Ну как там? Нормально. А где Клэр? Уехала Клэр. ББС – это выпуклый образ в дымке тотального праздника. Сняли голову, и совершенно другое решение. Казалось бы, простая вещь. А что с ней может сделать нормальный художник? Черт, систему. Разверните карты. Это система Вьюга. Тебе зябко? А где Клэр? Где Клэр? Уехала Клэр. Засрали все, авангардисты.